Оперативная обстановка на территории Амурского муниципального района с 20 по 26 августа 2018 года. Происшествие. 22 августа в единую диспетчерскую службу района поступило сообщение о выходе медведя на территорию СНТ «Туманная». Пострадавших нет. 22 августа в единую диспетчерскую службу района поступило сообщение об обнаружении подозрительного предмета по улице Проспект Комсомольский, 13. В ходе проведенных мероприятий взрывное устройство не обнаружено. 23 августа в городе Амурске произошло нарушение в системе подачи холодного водоснабжения, вызванное аварией на трубопроводе. В результате холодная вода не подавалась по адресам: улица Амурская, 4, 4А, 6, 6А, 6Б, улица Школьная, 7. 25 августа в единую диспетчерскую службу района поступило сообщение об обнаружении подозрительного предмета в виде пакета по проспекту Комсомольский, 63, первый подъезд. В ходе проведенных мероприятий взрывное устройство не обнаружено. Поисково-спасательный отряд Амурского муниципального района ежедневно проводит мониторинг уровня подъема воды. В населениях района пожаров и загораний не произошло.